Ёлочка. Я там никогда внутри не был. Слушай, не пугай. Не пугай, не пугай.
Мне не нравится. Сейчас я сниму. Почему? Не знаю. Интересы разошлись. Вот она. А со Славкой? Тоже нет. Почему? Тоже нет. Тоже разошлись. Ты знаешь, где он? Он там же, по-моему, живет, где и раньше. А у тебя есть номер кривой? Нет. А то могли бы... Мы ему напомнили, сказать, что мы прям ровно к ней ходили, к этой вещи. И так это... Что здесь так холодно? И воняет, как здесь, да? А что вот так холодно? Ничего не слышно. Мы прошли... Ну, как ты думаешь, что она? Много. Безлимитный интернет. А меня как будто не пустят. Я вас им не управляю. Садились в рай, так, наверное, час, наверное, просто тупо в рай. Как я, мне вот все запомнилось, как я врал, что существо, и мы, прикол в том, что мы друг, мы понимали, друг другу верили. То есть я видел, он же был, он рассказывал, что он с парашюта прыгал, что его папа летал на Луну. И он так много еще, я рассказывал, как существует такой большой в океане длинный мозг, который... Она еще в туалет спряталась, она в туалете. Нет, еще в унитазе такое лицо клоуна страшного выглядело. Она побежала. Блин, Саша, хватит меня пугать. Тронкоте, а ты первым ты поверила, как он. А вот это не классно.